Тим Владимирович, ну, сегодня не было трансляции, поэтому, наверное, начнем. Чуть-чуть расскажите о самой игре, как она прошла, ну и следом сразу ваш анализ, так скажем. Такой случай, когда нужно лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать, но постараюсь. Поле было очень тяжелое, и те, кто смотрели матч, наверное, национальной сборной, видели состояние газона и как трудно складывался матч. Мы играли вслед за ними на этом поле, и дождь прекратился ближе к концу первого тайма, но поле оставалось тяжелым всю игру, и первый тайм было совсем сложно что-то выстроить конструктивное, поэтому много было простоты с обеих сторон, и, наверное, это правильно, потому что по такому полю было сложно. Потом, когда дождь прекратился, ко второму тайму поле улучшилось, и мы, наверное, более увидели содержательный футбол от обеих команд, и больше было взаимодействия, комбинаций, и больше было мысли во втором тайме. Вот. Ну а по эмоциям, я думаю, что сегодня все команды дали такой максимум. Много желтых, борьба, единоборство. Судейство давайте, наверное, оставлю за скобками, потому что о нем можно долго говорить. Сегодня было такое побоище на футбольном поле. В хорошем смысле слова. Обе команды не хотели проигрывать. И я думаю, что ничейный результат, он, наверное, так закономерен. Да, мы имели больше, наверное, подходов, больше моментов и таких верных моментов. Но, наверное, наша же реализация нас подвела. Поэтому нужно работать дальше и взрослеть, потому что холодная голова в завершающей стадии – это такой момент, который приходит с опытом, приходит, да, уже когда футболисты становятся более зрелыми. Сейчас мы должны понимать, что не хватило где-то в завершающей стадии спокойствия нам. Поэтому, наверное, вот важный момент, который нужно для себя так проанализировать и понять, как улучшать дальше этот компонент. Сейчас девчонки практически, ну там полкоманды точно со слезами на глазах покинули поле. Такое ощущение, что полное, что проиграли, хотя, в общем-то, ничья, соперник был хорош, тяжелое поле. Первый матч вроде выиграли, но вообще полезный во всех отношениях выезд. Наверняка у девчонок такого опыта еще не было. Вот вы как это оцените, как их оцениваете слезы и как оцениваете вообще итоги поездки для этой команды, которая уже сыграла здесь оба матча? Слезы – это, наверное, важно, что каждый футболист хочет максимума. Вы знаете, что второе место для нас неприемлемо, мы всегда хотим быть первыми, поэтому я им благодарен за ту искренность, которую они проявляют. И девочки действительно хотят большего, и они сегодня старались, они сегодня выложились на футбольном поле. И даже те футболисты, которые не вышли, у них тоже слезы на глазах, потому что они хотели играть, они жаждали выйти на это футбольное поле и тоже доказать. Но мои решения сегодня были такими, и ряд футболистов не вышли на футбольное поле. Но все равно я всем благодарен, тем, кто сыграли в стартовом составе, те, кто вышли на замену, и те, кто остались в резерве. Все это, наверное, в целом и есть команда. Есть команда и сборная команда страны. И так и должно быть. Мы играем за страну, мы играем за флаг, мы играем за наш герб, за гимн, который мы поем перед матчем. Поэтому мне очень нравится, что каждый из них готов умереть на футбольном поле, но доиграть каждый эпизод. Поэтому это важно, мы это ценим. И это, наверное, самое главное, что характеризует футболистов, которые играют за страну. Да, может что-то не получаться, пока юные футболисты, и им нужно совершенствоваться. Ну и по такому футбольному полю было сложно играть без ошибок, и мы все понимали. Но самое важное – вот это желание, вот эта борьба, вот эта самоотдача. Ну, это был хороший тест. Есть ли игроки в нашей команде, которые у вас именно здесь, ну, показали свой прогресс, так скажем? Можете кого-то назвать? Да. Наверное, мы, ну, в принципе, основной костяк знаем, которые были и на турнире развития в Волгограде, и на турнире в Бангладеше. Поэтому основной костяк, он понятен. Это Голик, Каратаева, Ачаян, Каморина, Кадигроб, Котлова. Это те футболисты, которые уже давно с нами, которые играют очень качественно как и в клубе, так и за сборную. И, конечно же, в перспективе это игроки взрослых сборных, но мы рады, что
И на таких играх, да, таких сложных выездах, как здесь, у нас есть такие футболисты, как Соболева, такие футболисты, как Дронова, которые 2009 года рождения, и они играют с 2007 годом Парагвая на равных. И мы рады, что у нас есть такие молодые звездочки, которые могут играть на 2 года старше с девочками на равных, проявлять себя, и это здорово. Поэтому у нас, я считаю, что здесь хорошее поколение, нужно просто их правильно растить, следить, помогать им развиваться, а иногда даже, наверное, не мешать им развиваться. Вот. И я уверен, что с этой командой много футболистов пойдет в сборную U19, и, конечно же, дальше будут себя совершенствовать, чтобы когда-то попасть в национальную.